Так, спустя чуть больше, чем полтора месяца, у меня появились первые всходы семян драцены дракул. Вот на данный момент вот этим всходом 3 дня. У них уже видно, что дают уже 2 листика. Вот этим вот всходом 2 дня. Вот из 30 мною посаженных семян зашли вот пока только 4. Но даже этот результат у меня уже радует. В принципе, достаточно большие всходы. Мне это нравится. А теперь они пойдут на солнышко, но не напрямую. Посмотрим, как дальше они будут расти. Следующее видео драцены я вам покажу, какой их рост с интервалом в 10 дней буду делать. Вот такие вот росточки.